dar e frică afară. Mă, de dai bicicletă nu poți. Ia tu, este unde. Я партнер компании FFI. Меня зовут Юрий Каларашу. Я хочу сегодня доказать многим из Молдовы, что компания FFI платит вовремя деньги. И это их карт, который высылается каждому партнеру, который становится участником в этой компании FFI. И давай мы будем снимать эти деньги сегодня. Мы берем, вставляем этот карт сюда. Это банк для экономии Республика Молдова. Нажимаем, что хотим брать. Берем сумму. Берем текущий чековый, берем. Снять наличными. И берем нашу другая сумма. И пишем так. Возьмем сперва 4000 лей. Скотим банку мышлом. А еще не суфилмяк, ну и. И берем эти деньги. Сумма. Алика, скотим бани диж коревьем. Ну скотец, да ну глаз. Бини, хай молцуй. 4000. Продолжить. Угу. Желаете повторять? Давай. Берем по 1000, потому что не дают нам 4000 сразу. Продолжить. Снимаем деньги. Вы видели, что нам не давали сперва все деньги. Это первая 1000. Это первые 1000 лей молдавских. Нас спрашивают здесь, что дальше делать. Давай, еще операцию, да. Берем еще по 1000. Чековый. Снять наличными. Опять же снимаем 1000. Да, согласно на чек. Вот идет еще повторные деньги, которые мы снимаем именно из банка Деэкономии Республика Молдова. Снимаем эти деньги через этот карт, который выслан нам из компании FFI. Вот смотрите, еще раз мы снимаем эти деньги. Нас спрашивают повторно. Мы снова снимаем деньги. Еще раз снимаем деньги. Чековые. Наличными. Снимаем еще раз 1000. Вот так продолжается, что мы все, которые работаем в компании FFI, мы снимаем эти деньги. И вы видите, что компания FFI нам повторно дает эти деньги. Вы их видите, что это наличные деньги в Республике Молдова. И еще один раз операцию мы возьмем. Да, как-то... Скотим chiar acum ca ultimii bani care i-am discos, da? Și luăm чековые. Снять наличными. 100 тысяч, да. Пожалуйста, подождите. Снимаем деньги. Сняли 4000 лей. Значит, банк работает и Молдова дает такие деньги. Все, говорим нет, снимаем наш карт, чек нам не дает, потому что зима и замерзла по всей видимости. Вот именно, друзья, этот именно карт, да, он и дает эти деньги. И мы благодарим, что такая компания FFI в Америке, да, уже предоставляет такой вид работы всем, которые работают в Республике Молдова. Я говорю всем удачи и так, что давайте зарабатывать деньги Молдова.